на бюджетную комиссию, на заседание пришел народный депутат Артем Лук, и там возник скандал между депутатами вашей фракции и ним. Ну, можно сказать о том, кто больше защищает интересы николаевцев. Можете ли вы высказать свое мнение о той ситуации, которая там обсуждалась, вообще во взаимоотношениях с народными депутатами, и почему возник этот конфликт, который вот как бы был публично показан в присутствии журналистов? Я не согласен, что был какой-то конфликт, но опять же, это вопрос больше к участникам комиссии и народному депутату Украины. Если народный депутат Украины считает, что был конфликт, это его право. В принципе, в спорах всегда рождается истина. Если каждый считает, что он отстаивает интересы Николаева и горожан, то в данном случае итогом этого спора должно быть как раз объединение, потому что поодиночке решить проблемы будет сложно. А вы общаетесь с Артемом Ликом? Ну, что вы называете общаетесь? Ну, обсуждаете какие-то вопросы, связанные с развитием города, может, или у вас какие-то есть совместные инициативы, или вообще просто общаетесь, как старые знакомые? Да, вот скорее последний вариант. Последний? Да. Никаких общих проектов у вас нет? Нет, общих проектов нет. У нас в данном случае, я так понимаю, есть несколько разные представления того, каким образом нужно работать на благо города, поэтому он действует по своей программе. Мы же работаем так, как в рамках того законодательства, которое есть сегодня. Тогда в ходе комиссии Артем Юлюк сказал, что ваша фракция, оппозиционный блок, защищает ЖЭКи в этой ситуации с управляющими компаниями, потому что оппозиционный блок видит ЖЭКи как одно из механизмов, да, которые можно использовать во время выборов. Да, ну что, вы хотели, чтобы я прокомментировал его слова? Да. Ну, я думаю, что Артем Александрович в данном случае очень сильно лукавит. А с другой стороны, наверное, на варе и шапка горит. Если он считает, что ЖЭКи таким образом можно использовать, то ему как народному депутату и законодателю должно быть известно о том, что это незаконно. И раз эти действия незаконны, он мог бы обратиться в правоохранительные органы. Но он не счел нужным. Он счел нужным просто облить грязью коммунальные предприятия, в первую очередь тех работников, которые там работают каждый день и стараются сделать так, чтобы жизнь горожан была лучше. Винить за это этих людей, я считаю, неправильно, но это его право. Они, кстати, тоже за него голосовали, и он бы мог найти в своем рабочем графике возможность провести встречу с горожанами и определиться, он на стороне николаевцев или на стороне иногородней компании. Но он сам сказал, что он считает, что ЖЭКи неэффективны, и от них надо избавляться. А в том, что они как бы проиграли в конкурсе, это их проблема. В том, что они неправильно подали документы. И депутаты вашей фракции обратились к нему, как в этом, правильно ли это вообще было, что они обратились к нему с просьбой обратиться в правоохранительные органы, ну, или в какие-то другие структуры с тем, чтобы провести проверку этого конкурса? Ну, для того, чтобы заблокировать работу одного из жилищно-коммунальных предприятий и осложнить их участие в конкурсе, народный депутат Украины Артем Ильюк, насколько мне известно, подготовил около 9 или 10 запросов, проверок, для того, чтобы заблокировать работу предприятия. Я думаю, что такое количество запросов, если бы было направлено в правоохранительные органы, чтобы они разобрались с конкурсом и с теми нарушениями, которые уже выявлены, с тем, чтобы, ну, хотя бы тот вопиющий факт задержание одного из сотрудниц департамента ЖКХ, удержание ее против ее воли в кабинете. Если бы Артем Александрович, будучи еще и членом комитета по правоохранительным органам, где рассматриваются такие вопросы, я думаю, эффективность в данном случае была бы больше, и он бы действительно помог
и горожанам, нам всем провести честный конкурс. Ведь мы стоим на позиции того, что мы не защищаем ни коммунальные предприятия, ни частные ЖЭКи. Наше требование одно. Давайте проведем честный, открытый, прозрачный конкурс. И пусть действительно победит сильнейший, а не тот, кого назначил Репин, или же те, кто стоит за ним. Ну, а в Верховной Раде Николаевская область представляют и другие народные депутаты. А кроме того, в Верховной Раде есть как бы большая по составу количество фракций оппозиционного блока партии, которые вы обращались к своим коллегам в парламенте за помощью в этом вопросе? Мне в данном случае удивляет позиция народных депутатов Украины не только Артема Александровича Ильюка. Ведь речь же идет не только о Ленинском и Корабельном районе, речь идет и о Центральном районе. И конкурсная комиссия не закончила свою работу. Следующий этап проведения конкурса в Заводском районе. Поэтому мы увидели реакцию только одного народного депутата Украины, это Вадима Подберезняка, который не побоялся, нашел в себе силы, пришел на сессию городского совета и заявил позицию. Насколько мне известно, народный депутат Украины Вадим Подберезняк подготовил уже несколько обращений в различные правоохранительные органы, за что его хотелось в первую очередь поблагодарить, что он не остался в стороне. А как вообще оцениваете работу николаевских народных депутатов? Оценки работе любого депутата, начиная от местного уровня, областного уровня и заканчивая народными депутатами Украины, можно давать по нескольким критериям. И по эффективности, например, если говорить о Николаеве, по привлечению средств в госбюджет или реализации каких-либо других программ в Николаеве. Вы знаете, основная работа законодателя – это же не привлечение средств госбюджета. Это мы говорим с позиции мажоритарщика. Да? Работа народного депутата Украины, в первую очередь, он законы пишет, да? Или же там, принимает участие в написании тех или иных законопроектов, изменений и так далее. Мне неизвестно, чтобы за последние годы народными депутатами Украины, там, Артемом Александровичем Ильюком, были подготовлены те или иные законопроекты, которые бы дали возможность улучшить жизнь горожан того округа, от которого он избирался. Хотя на этом округе, давайте вспомним, находится ряд достаточно мощных промышленных предприятий, находится ряд портов частных и государственной формы. И очень много предпринимателей, которые сегодня тоже хотят защиты с позиции законодателей. Поэтому, если смотреть по этому критерию, то я думаю, что оценку, она однозначно она негативная. Но, возможно, народный депутат Украины для себя выбрал несколько иной путь. Он ведан только ему. Вы, как политик, каким видите свое политическое будущее? Вы хотите оставаться в Николаеве? Или, ну, просто почему? Просто как бы близятся выборы. Видно, что вы ведете активную работу в Ингульском районе, в Корабельном районе. Ваши депутаты работают в некоторых структурных подразделениях мэрии, коммунальных предприятиях, которые работают в Ингульском районе. Можно ли говорить о том, что вы рассматриваете Ингульский Корабельный район как базу на выборы грядущие? Ну, вы меня спрашиваете как эксперта-политика? Я вас спрашиваю как политика. Или вы меня спрашиваете, ну, просто вначале у вас был один вопрос, а потом вы его трансформировали в другой. Если ответить на первый вопрос, то свою политическую жизнь связываю исключительно с городом Николаевым. В Николаеве или в Киеве? С городом Николаевым, в Николаеве переезжать никуда не собирался и не собираюсь. За меня проголосовало, более 60 тысяч горожан. Это очень большая ответственность. И принимать какие-то решения о том, чтобы выйти из политического процесса города и перейти в другой, я считаю, что это было бы, очень поспешное решение. Поэтому свою ближайшую карьеру политическую, свою жизнь политическую, да и жизнь свою личную я связываю исключительно с городом Николаевым.
Вы раньше были депутатом областного совета, вы управляли областной советом. Сегодня вы... Я прошу прощения, могу на второй вопрос ответить? Да, можете, конечно. Я могла бы просто уточнить. Так как я понял ваш вопрос по поводу мажоритарного округа Ленинского и Корабельного района, я позволю себе предположить, я подчеркиваю, я предполагаю, что выборы в Верховную Раду в следующем году будут не мажоритарные, а по пропорциональному списку. В связи с этим спекуляции о том, что есть кто-либо, кто хочет на тот или иной мажоритарный округ, какая-то конкуренция и так далее, я считаю, что это просто определенные манипуляции в интересах тех или иных политических сил. Если говорить о том, что сейчас закон такой, что есть мажоритарщики. При этом в первом чтении принят другой закон о том, что будет пропорциональная система. Вы надеетесь на пропорциональную? Я вам высказал свое мнение, что, скорее всего, я предполагаю, что, скорее всего, следующие выборы, они будут по пропорциональной системе, если мы говорим за Верховную Раду Украины. И вы будете баллотироваться в Верховную Раду? Я свою жизнь связываю с городом Николаем, я же вам ответил. Николаевский городской совет работает уже фактически половину срока отработал. Да. Можно говорить о том, что отработал. Вы видите какие-то количественно-качественные результаты работы городского совета сегодня? А кроме программы «Теплый Николаев», наверное, которую вы бы точно сказали. Программа «Теплый дом», она работает. Мы, даст Бог нам возможности, в этом году планируем отчитаться о первых результатах. На ваш вопрос очень сложно ответить. Когда вы готовитесь к интервью, вы для себя планируете определенные сценарии. Планируете, что вы зададите определенное количество вопросов для того, чтобы достучаться до истины. У вас есть план. И когда интервью заканчивается, вы можете для себя выдать оценку, удалось или не удалось. А когда нету плана? Мы же говорим о том, что команда городского головы на выборы шла с главным месседжем. Мы знаем как. У нас есть стратегия, мы готовы ее представить, и мы научим вас и покажем вам, как нужно работать. Спустя 2,5 года мы не увидели ни одного даже маломальского посыла к тому, чтобы была какая-то, ну хоть какой-то план, мы не говорим о стратегии. Сегодня мы видим шарахание. Вот вчера была одна идея, побежали туда. Сегодня другая идея, побежали в другую сторону. Потом приехал президент Украины, повели на Соборную площадь, теперь у нас Соборная площадь является приоритетом. Я считаю, что это хаотичное управление и приводит к тому коллапсу, который фактически мы наблюдаем по многим направлениям жизнедеятельности города, включая департамент ЖКХ и жилищно-коммунальную сферу. То есть, я правильно понимаю, вы считаете, что на сегодняшний день Николаев, социально-политическая, да, ситуация, она, ее можно охарактеризовать как коллапс? Да, к сожалению, да. И чья это, кто виноват? Мэр? Команда мэра? Я считаю, что вот ребятам, которые пришли с городским головой, им нужно для себя понять, что это же мы не где-то там во дворе выясняем отношения. За каждым стоят избиратели, горожане. Независимо от того, депутаты городского совета, чиновник, помощник мэра или советник, или же ты городской голова. Так или иначе, люди смотрят на тебя и видят в тебе порой последнюю надежду. А если время тратится на выяснение отношений и провоцирование постоянных конфликтов, то время, конечно, теряется. Взять конкурс, о котором мы уже говорим на протяжении всего месяца. Ведь городской голова имел возможность, и у него эти возможности были, на сессии городского совета, видя, какой, предполагая, какой может быть конфликт, насколько этот конкурс задевает интересы практически, ну, больше, чем половины города Николаева, он мог принять мудрое решение. С одной стороны, отстранить тех чиновников, которые это допустили. С другой стороны, разобраться в ситуации, увидеть то, что имела возможность увидеть, ну, определенная группа людей, которые работают сейчас. Это контрольная комиссия. Вы, как представители средств массовой информации, мы стараемся вам показать объем работы. И принять решение. Нужно понимать, что фактически этот конкурс делит одних
на сторонников частной компании, других на сторонников коммунальных предприятий. И когда ты становишься на ту или иную сторону, все равно кто-то проиграет. А в данном случае должен выиграть город. Город может выиграть только в одном случае, если будет объявлен новый конкурс. И городской голова, на то он и городской голова, чтобы, выслушав все аргументы за и против, принять решение в интересах горожан. Ситуация с конкурсом – это не единственная, да, такая конфликтная ситуация в городе, которая как бы озвучивается, обсуждается в депутатском корпусе, на сессии городского совета. Есть и другие проблемы, которые так или иначе связывают с командой мэра. Давайте пример. Можно вот еще один пример вам приведу? Центр защиты животных, да? Ну вот я бы взял несколько иную тему. Смотрите, последние 3 недели город лихорадило от того, что жители общежитий перекрывали дороги, да? Отключались. Городской голова неоднократно туда выезжал. Обещал, с одной стороны, людям помощь, с другой стороны, он обещал и облэнерго, что средства будут выделены и долги будут погашены. Mm-hmm. Правильно? При этом, как городской голова, его профильный зам – это Степанец по ЖКХ. Исполняющий обязанности руководителя департамента ЖКХ Кузнецов так и не отдали ни одни предложения о том, чтобы эту проблему решить. Грубо говоря, предложение департамента ЖКХ, чтобы выделить средства на проектирование и на перевод людей на прямое абонирование, нету. Комиссия по бюджету говорит, собирается несколько раз, приглашает департамент и говорит, где? Ну, люди перекрывают дорогу, они ждут решения. К сожалению, чиновники молчат. Раз молчат чиновники, депутаты городского совета, профильной комиссии говорят, вот вы нам дали предложение на 30 миллионов на перераспределение. Значит, давайте мы в рамках этих 30 миллионов решим первоочередную задачу. Это касается тысяч людей. И ну, действительно, это этот конфликт, который завтра, не решение его, приведет к еще более тяжелым последствиям. Принимает соответствующее решение, обращается к исполнительным органам власти. Но что делает городской голова сегодня на исполкоме? Он пытается обвинить депутатов городского совета, что они якобы какую-то улицу не дают заасфальтировать, потому что решили заняться вопросами тех людей, которые проживают в гуртожитке. Он манипулирует, вместо того, чтобы выполнить свои обещания, данные людям. Ситуация в горсовете, да, вот то, что вы уже только что говорили, накалена обстановка, ваша фракция, вы от имени фракции сказали, что не будете рассматривать вопрос, пока не будут выполнены ваши требования по устранению чиновников, другие проблемы, все это, если рассматривать в общей картине, насколько реальна ситуация полностью блокировки работы городского совета, и чем это может вылиться, новым импичментом? Постараюсь объяснить. Смотрите, нет такого, что есть кризис и есть блокирование работы. Это не совсем так. Но сессия не закрыта. Сессия не закрыта. Александр Федорович на сессии сказал на одном из пленарных заседаний вместе со своими юристами. Он заявил о том, что, помните, Репин отстранен. Решение сессии подписано, соответственно, Репин отстранен. Такое же было? Да. Было. Спустя несколько дней на другом пленарном заседании он уже говорит, что Репин не отстранен. Но такая же ситуация, как в Лобруцком. Да, ну как пример. При этом Александр Федорович ссылается на то, что он не знает, подчеркиваю, он не знает, как правильно это сделать. И ему нужно время для того, чтобы разобраться в этом вопросе, в том числе запросы направить на ЗК и на БУ. Помните? Раз тебе нужно время, депутаты городского совета говорят, хорошо, вот тебе время. Но нерешение этого вопроса может заблокировать дальнейшую работу, потому что то вранье, которое льется из уст высших чиновников городской исполнительной власти, оно не может проходить постоянно. В конце концов, депутаты городского совета избраны народом для того, чтобы чиновники, чтобы контролировать работу чиновников и спрашивать за те предложения и слова, которые звучат.
Мы ждем, что городская исполнительная власть под руководством городского головы в конце концов примет то решение, которого все ждут, разблокирует процесс самой работы внутри департамента жилищно-коммунального хозяйства. И мы ждем от них предложений по, ну, по работе бюджета и по программам и так далее. Я не вижу, чтобы работа была сегодня заблокирована. Она блокируется непосредственно городским головой в том плане, что ему, он не знает, как поступить. И все-таки, насколько реален импичмент? Отстранение городского головы, я бы не ставил его сегодня в повестку дня. Я не вижу больших оснований. Но у Александра Федоровича сегодня очень такая, он опять себя поставил в очень сложную ситуацию зависимости. Вместо того, чтобы абсолютно конструктивно работать с депутатами городского совета, со своими подчиненными, с исполнительным комитетом и горожанами, он решил создать на ровном месте конфликт. И этот конфликт ни к чему хорошему его, как городского головы, не приведет. Я просто надеюсь на то, что он в конце концов поймет, что играть судьбами людей нельзя, он не имеет на это права. И как городской голова примет соответствующее решение, даст возможность спокойно вздохнуть горожанам, проведет честный конкурс. Защищает ли сегодня мэра Александра Ясункевича глава областной администрации? Он с вами общается? Вы встречаетесь? Раньше, я помню, такие встречи были с некой периодичностью. Сегодня вы имеете в виду у кого? Алексей Савченко. Не, официальная встреча у нас последняя была, дай бог памяти, это был еще 2017 год. То есть в этом году? Александр Федорович нам говорил, как руководителем фракции, что он планирует, Александр Федорович планирует провести встречу с главой облгосадминистрации, пригласить руководителей фракции. Ну, по какому вопросу? Социально-политическому, назовем так. Но на сегодняшний момент таких встреч не было. Но вы видите, что губернатор защищает мэра? Или такой защиты, вот, такой активности? Я вижу, что облгосадминистрация занимает взвешенную позицию соблюдения законности. Я не могу сказать, что у меня есть факты, подтверждающие, что они в чем-то мешают мэру. Или же защищают его. Ну, закон о местном самоуправлении и о госслужбе не дает им такого права. Но поэтому я не видел, Александр Сенкевич не единожды говорил о том, что он находится в вертикали и над ним губернатор. То, что, ну, опять же, это же вопрос к Александру Федоровичу. Если Александр Федорович, как городской голова, решил пренебречь законом о местном самоуправлении и встать в систему государственной власти, фактически исполнительным чиновником центральной государственной вертикали, ну, это его право. Наверное, он забыл, что он все-таки не назначенный, а избранный. И избранный в первую очередь своими избирателями, перед которыми через 2 года нужно будет отчитываться, что было сделано. Сегодня часто на исполкоме, на аппаратных совещаниях мы слышим критику со стороны заместителей мэра, со стороны самого мэра на работу тех или иных чиновников, которые представляют партию «Оппозиционный блок». Как вы оцениваете работу чиновников, работников коммунальных предприятий, которые представляют фракцию «Оппозиционный блок» в городском или областном советах и работают там? Как вы оцениваете их работу? Я не могу быть доволен работой чиновников, вне зависимости от партийной принадлежности. И к членам партии... То есть вы не можете их оценивать или вы недовольны просто? Я не могу быть доволен работой чиновников, всех, независимо от партийной принадлежности. А к чиновникам, которые являются членами партии «Оппозиционный блок», у меня как руководителя фракции особые требования, они намного выше. Поэтому это вопрос непростой, он требует очень, скажем так, большого времени, чтобы рассмотреть каждую ситуацию. Могу как пример, вот давайте возьмем пример май месяц, на одном из аппаратных городской голова выносит доганы трем главам администрации. 3 доганы. За что? Он как бы с одной стороны не объясняет за что, но в процессе разговора понятно, что где-то не покошена трава. Я вам напомню, что
после исполкома с одним из глав администрации, он сел в автомобиль и поехал. И поехал показывать, где не покошена трава. Когда мы с ним встретились в этот день или на следующий, и мной был задан ему вопрос, ну так что там с травой, да, там покошена она или нет. Он признал, что данный участок он находится не под контролем главы администрации, а департамента ЖКХ. При этом он не вынес догану Кузнецову, да, как исполняющему обязанности департамента ЖКХ. Но если ты городской голова, будь последователен. При этом он и не отозвал догану Светланы Николаевны Гладун, не знаю, как по другим главам администрации, насколько мне известно, тоже нет. Поэтому в данном случае мы видим, что это его, ну, скажем так, выяснение отношений и предвзятое отношение не только к главе администрации, которая является еще депутатом областного совета от оппозиционного блока, а и к другим главам администрации. Мы видим, что у него есть четкое понимание и желание свести все под одного чиновника, это Кузнецова, в департамент ЖКХ. И чтобы всеми потоками финансовыми управлял один человек. Депутаты выступают за то, чтобы наоборот. Там Ентин выступает, вы говорили тоже, другие депутаты говорили, Копейко говорил тоже в вашей фракции о том, что нужно больше полномочий района. Мы просто видим, что за эти два года при тех полномочиях, которые есть у департамента ЖКХ, и руководителем был Андрей Пальков, он неоднократно от нас выслушивал очень много претензий за то, что они не в состоянии справиться с этим, с этими возможностями. И давайте посмотрим, еще там 5 лет назад у департамента ЖКХ были там 10 миллионов. 20 миллионов. И, конечно, они были в состоянии эффективно ими там распоряжаться. Ну, или неэффективно, но распоряжаться. А когда сегодня у департамента ЖКХ там 300-400 миллионов гривен, и у них не хватает просто возможности эффективно ими распоряжаться, конечно, нужно принимать определенные решения. Как вы думаете, сколько на сегодняшний момент, какой процент выполнения бюджета в департаменте ЖКХ? 4%. А уже прошло полгода. 4%. По состоянию на полгода. Но это речь идет о капитальных. Речь идет о капитальных, да. И при этом депутаты все проголосовали. О том, что по итогу года у нас опять будут остатки? Это свидетельствует о том, что то, что есть остатки, это не проблема. Проблема в том, что бюджетные ресурсы неэффективно работают. Неэффективно. И при этом уже несколько недель, как у нас нет профильного вице-мэра, и это почему-то никак не обсуждается в кабинетах мэра. По финансовому имеете? Да. Да, удивительно. Сначала просят поддержать данную кандидатуру, при этом человек полгода ознакомливается с работой, это для него новая была работа, выходит на определенный отчет и отчитывается, да, депутаты же поддержали отчет его, и после отчета пишет заявление. Нам не объяснили причину. Я считаю, что это в определенном смысле потеря для города Николаева. Но город может обойтись без вице-мэра по финансам? Учитывая проблемы с тем, каким образом у нас осваивается бюджет. Или все-таки нужно акцентировать на это свое внимание и все-таки найти эксперта, профессионала, который будет заниматься этими вопросами? Я бы больше сказал несколько в ином смысле. Нужен ответственный человек. Будет это первый зам, который может курировать многие вопросы, включая финансы и экономику. Или же это должен быть специальный зам. Это зависит от того, какую форму видит городской голова. Вы с ним это не обсуждали? А здесь нечего обсуждать, нет стратегии. Вот под план подбирается команда, а если плана нет? Вот такая команда хаотичная. Поэтому на мой вопрос, а кто сегодня занимается финансами, точного ответа я не получил. То есть неизвестно, кто сегодня? Неизвестно, кому сегодня из замов городского головы переданы эти функции. Ясно. Еще вопрос по поводу районов. Слышали ли вы о том, что депутат от вашей фракции Олег Солтис претендует на должность главы Ингульского района? И как вы это можете прокомментировать? Ну, насколько мне известно, предложение Олегу Петровичу Солтису на протяжении того времени поступали разные от городского головы.
Я, наверное, ему с руки прокомментировать, имело разные ли это основание. По должностям, должности разные предлагали. Ну да, я вам напомню, что еще, по-моему, год назад точно так же в средствах массовой информации говорилось о центральном районе. Угу. Где-то год назад, может, больше. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, не соответствует действительности. Вы же понимаете, что городской голова назначает главу администрации. Да. Они не идут по предложению депутатских фракций, комиссий или так далее. Непосредственно городской голова. Как городской голова будет менять главу администрации в преддверии выборов, мне сложно сказать. Это, ну, для него будет еще один, ну, такой зона конфликта. Оппозиционный блок будет требовать пересмотра структуры исполнительных органов? А чего будет? Мы же требуем. Мы же договорились публично в сессионном зале с городским головой о том, что новый бюджет 2019 года будет рассматриваться исключительно после принятия новой структуры. То есть какая это будет новая структура? Ну, опять же, я напомню, что городской голова еще с 2016 года обещал нам представить, ну, некую инновационную структуру управления города. Помните? Ну, еще обещали стратегию развития. Да. Ну, мы хотим ему помочь все-таки выполнить хоть одно обещание перед горожанами. А вы не боитесь, что такое требование, оно в итоге приведет к тому, что бюджет у нас будет опять рассматривать в авральном темпе, никто не будет его из депутатов, большинство депутатов не будут знать, за что они голосуют, потом он будет, как у нас обычно происходит, дорабатываться, меняться, и не будет опять же единой какой-то концепции, к чему мы стремимся вообще? Виновным в данном случае может быть только один человек, это руководитель, городской голова. Мы об этом говорили в июне месяце, о том, что процесс формирования бюджета 2019 года, его уже нужно начинать, но с учетом того, что будет новая структура. На этот момент, насколько мне известно, городской голова не издал ни одного распоряжения о том, чтобы данная работа была начата. То есть бюджетный процесс еще, подготовка бюджета не идет? И реформирование структуры в том числе. И когда можно, по-вашему, в декабре опять будет все это делать? Ну, просто городской голова думает, что он сможет очередной раз поспекулировать и поманипулировать этим моментом. Но он просто не отдает себе отчет в том, что люди ждут конкретных решений. Им не очень нравится, когда кулуарно что-то решается. Они хотят прозрачности и открытости. А вот такой способ управления городом, оно не дает возможности прозрачно и открыто показывать свою работу. Как и чиновникам, так и депутатам городского совета. Последний вопрос, который обсуждается, это масштаб всеукраинский, это предоставление Украинской Православной Церкви Томаса. Как вы к этому относитесь? Укрепит ли это вообще общество или наоборот создаст конфликт еще один? Человеку верующему и так все понятно. Человек, который только идет к Господу Богу, к вере, конечно, для него вообще слово «Томас», патриархаты, почему это решается в каком-то от Стамбуле и так далее, наверное, непонятно. И опять же, роль политиков настоящих – не спекулировать на таких ценностях, дать возможность человеку определиться самому, в какой храм он будет ходить, какой веры он будет придерживаться и какую Библию он будет читать. Для меня, как верующего человека, решение тех или иных политиков в Украине и за пределами Украины никоим образом не отразятся на моем вероисповедании и на моей вере. А как вы, вот, верующий человек, вы политик, оцениваете тот факт, что, в принципе, этот вопрос приобрел политический характер, учитывая то, что у нас в Конституции закреплено, что мы не религиозная страна, мы светское государство, Украина, в котором есть разные конфессии, в котором есть разные веры. Вот почему этот вопрос стал таким политическим?
И правильно ли это? За последнее время украинцев, у наших жителей нашей страны, у нас с вами, забрали мир. Забрали благополучие. И одно из последних, что осталось у человека, это вера. И сейчас пытаются это забрать. Это очень опасный путь. И мы можем только молиться и просить Господа, чтобы Он был милостлив и уберег нашу страну и наших жителей от своего гнева. Не нужно лезть туда, где это душа человека, это сердце каждого, и у каждого есть выбор, это свобода. Не нужно эту свободу у человека забирать.